маю показати усе те, чого я навчилася за ці 3 роки, які я добивалася, щоб мені ці двері відчинили. Зовсім не дитячий вибір пісні. Звідки ж той голос береться в такій малечі? За радости и счастье. У меня точно такие же. Спасибо за них большое. Вам спасибо за то, что не повернулись. Ой, блин, я не могу. Фу. Давайте поговорим теперь на серьезную тему. Во-первых, спасибо вам за эмоции, за выбор песни. Это было не совсем точное исполнение, зато это было очень честно. И... я просто не мог не повернуться к вам. Спасибо. Я удивлен, что вы настолько маленькая. Как вас зовут? Дарина. Дарина, очень приятно. Я Дима, это Надежда Позитив, Наталья Могилевская. Мы ради таких детей, как вы, здесь сидим и ищем именно таких детей. Вы впервые на «Голосе»? Нет, уже 3-й раз. Ну, я вас поздравляю с тем, что наконец-то вы понемногу начинаете добиваться своих целей. Потому что те, кто стучат, они рано или поздно достучатся. Спасибо вам, Дарина. Я приглашаю вас в свою команду. Я очень... Поздравляю! Что приглашаю? Вы уже там. Я вас поздравляю. Ай, класс. Класс. Хотите познакомиться с ребятами поближе? Да? Тогда еще не буду вас. Привет. Я Леша. Здравствуй. Очень меня приятно. Надя зовут. Очень приятно. Мы тебя поздравляем. Спасибо за твой голос и спасибо, что пришла к нам на «Голос». Спасибо. Нет. А это Наталья. Нет, маленькая. Хорош. Класс. Монатик, тебе повезло. Да. Дашенька, это талисман. На удачу. Пусть будет с тобой. Мы скоро увидимся в работе. Спасибо. Спасибо. Браво, парни. А моя команда стремительно начинает завершать. Димочка, сколько у тебя уже? 10. 10? Ничего себе. Леша, а мы как-то начали тормозить, да? У меня 2 места. Я очень переживаю. Потому что еще очень много детей. Спонсор показу – компания «Нова Будова».
Щасливі люди живуть вже ка щасливий.